Это случилось впервые за 20 лет. Солисты балетной труппы Нижегородского театра оперы и балета получили заслуженного артиста России. Кто же удостоился этого звания? Сцена Нижегородского театра оперы и балета всегда насыщена творческими событиями. Даже во время пандемии 2020 года здесь проводили онлайн-трансляции спектаклей. И что главное, по словам руководства, театр за время карантина не потерял своего зрителя. И как в награду за преданность искусству, весна 2021 года принесла в эти стены громкую весть. Двое солистов Нижегородской оперной сцены впервые за 20 лет удостоились звания «Заслуженный артист России». Это очень большая награда для меня. Я очень благодарен всем руководителям, которые участвовали в этом. Александр Лысов в труппе Нижегородского театра в общей сложности более 20 лет. За это время исполнил десятки ведущих партий во всемирно известных спектаклях, таких как «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Ромео и Джульетта». Кроме таких классических ролей, ведущий солист театра Василий Козлов наработал колоссальный характерный репертуар на лучших мировых сценах в Италии, Испании, Китае, Латинской Америке. Ему также присвоено звание «Заслуженный артист России». По словам Василия, такая награда – это высокая ответственность, и теперь нужно работать еще больше, развиваться профессионально, чтобы доказать, что ты достоин этого звания. Однако применить новые технические приемы в постановках не всегда позволяет сцена. Нижнему Новгороду давно нужен новый оперный театр, но год за годом об этом идут только разговоры. Технически театр должен быть уже более современный, потому что хочется поставить что-то грандиозное и эффектное, но просто здание само не позволяет этого делать. А пока нового театра нет, артисты труппы продолжают восхищать нижегородских зрителей своими партиями на старой сцене, пусть и не самой современной, но пропитанной неповторимым духом театральной атмосферы и истории. И, конечно, артисты приглашают зрителей. В новом сезоне нижегородцев, как всегда, ждут премьеры и любимые всеми театральная классика.